Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы пишете, почему с детства меня все обижали? В школе особенно сильно обижали. Били, унижали, обзывали. Даже брат двоюродный дразнил и издевался. В училище тоже придирались. У меня такое ощущение, что меня не принимают такой, какой я есть. Всегда чувствовал себя одиноким и ненужным, как и сейчас. Почему так? Помогите, пожалуйста, зовут Артём, мне сейчас 22 года. Смотрите. Здесь, на мой взгляд, самый главный вопрос, на который вам нужно себе ответить, звучит примерно так. Да? Вот вы говорите, что меня не принимают таким, вот, какой я есть. А вы какой? Какой вы есть? Ну, то есть, вы какой? То есть, вот вы говорите, да, что чувствуете себя, к примеру, одиноким и ненужным. Вот. Это понятно. Так, а какой вы? Если вы так себя чувствуете, что вы одинокий и ненужный, то это одна из причин, не определяющая, конечно, но одна из причин, по которой вас бьют и обижают, и брат. Повторюсь, на всякий случай, повторюсь, это не единственная причина. Но согласитесь, когда вы говорите, не принимают меня таким, какой я есть, и при этом говорите, ну, что-то типа того, что я чувствую себя одиноким и никому не нужно. Это ваш вопрос. То есть вполне вероятно, что люди вам отзеркаливают ваше отношение к себе же. Я, понятное дело, как бы в этом не уверен на 100% сейчас. Потому что могут быть, ну, разные моменты, да, могут быть. Вот. Но пока что выглядит так, как минимум. Это первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Второе. Уверенность в себе. Если вы не уверены в себе, то люди это чувствуют, как правило. Когда люди это чувствуют, они реагируют на подобное тревогой, и тревога выражается в агрессии. Вот. Потому что человек, ну, сталкивается с тем, что он ощущает, по сути говоря, невесомость. Такой вот определенный. Да? То есть это ощущение, вот, по большому счету, невесомости такой. Вот. Поэтому этот вопрос, вот, опять же, к вам. Чем эти все истории про то, что вас обижали, избивали и так далее, чем эти все истории похожи? Очень важно об этом поговорить, и очень важно эти моменты выяснить, да? Вот. Потому что если этого не сделать, то, в общем-то, для нас по-прежнему остается загадкой вот этот аспект, при котором вы, грубо говоря, почему-то подвергаетесь, ну, скажем так, буллингу. Вот. И вам, на мой взгляд, необходимо научиться быть более уверенным в себе.
необходимо, на мой взгляд, научиться лучше себя чувствовать, замечать то, что с вами, к примеру, происходит, замечать то, что вы хотите, замечать то, что вам, к примеру, не нравится, замечать то, что вам, наоборот, напротив, нравится, да? То есть не только какой-то негативный аспект, но и позитивный аспект тоже весьма и весьма важен. Вот. В дальнейшем это даст вам определенную возможность выражать свою точку зрения. В дальнейшем это даст вам возможность как бы отстаивать свои границы, свои личные границы в том числе. Сейчас вы этого делать не можете, например, а если будете более внимательны к себе, сможете. Вот. Сейчас пока нет. Сейчас пока вы не можете этого делать. И я вот, в принципе, вас как бы вот, вполне, да, понимаю. Я понимаю вас вполне. И у меня к вам есть в определенной степени сочувствие. Вот. Но помочь вам, это значит изменить вашу жизнь. Вот. Помочь вам измениться. На это нужно определенное время. Сразу такие вещи не происходят. Вот. Поэтому вопрос, на мой взгляд, заключается в том, да? Хотите ли вы этим заниматься, например, вот, хотите ли вы в себе разбираться или нет, потому что если нет, например, если вы не хотите, или если вы просто хотите узнать, почему так, то дальше вы, на мой взгляд, не сдвинете, да, вот. Потому что ответ на вопрос «почему?» еще никому никогда не помогал. Вот. А ответ на вопрос «почему?» никому никогда еще не, не облегчал задачу. Понимаете, да? Вот, поэтому очень важно, чтобы вы свое внимание, да, в какой-то степени переключили с попыток объяснить, почему люди, например, да, поступают вот, допустим, так, а не иначе. Вот, эти попытки вас никуда не приведут. А вместо этого обратить внимание на себя. Вот. Обратить внимание на то, чего хочу я, собственно говоря. Вот. Что нужно мне. Вот. Если вы ждете, если вы ожидаете, что, допустим, что вы будете кому-то нужны, если вы прям-таки вот, скажем, ждете этого, то, естественно, у вас есть определенная в таком случае жертвенность. И эта самая жертвенность дает другим людям сигнал к тому, что вы хуже их, и вот вуаля, вас уже все обижают и дразнят. Вот. Так что, на мой взгляд, не
никакого секрета, особенного секрета в этом нет, на мой взгляд, повторю, да, то есть как бы, с моей точки зрения, никакого секрета здесь нет. Вот как-то так, какой-то вот примерно такой ответ я мог бы вам здесь предложить, вот. Вряд ли, конечно, это тот ответ, который вы хотели, вряд ли это тот ответ, который вы ожидали, вряд ли это то, на что вы рассчитывали, вот, но, тем не менее, с позиции профессиональной, например, психотерапии, вот, с точки зрения профессиональной психотерапии, с точки зрения того, как вот это вот, ну, как мы занимаемся, условно говоря, психотерапией, да, это выглядит вот таким образом. Вот. Поэтому смотрите, спрашивайте себя и решайте, как вам дальше действовать. Понимаете, да? Вот. То есть, ну, просто вот позадавайте себе этот вопрос, да, что я хочу, вот, в какую сторону я хочу двигаться, хочу ли я что-то менять в своей жизни, готов ли я работать в этом направлении с психологом, допустим. Вот. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Вот, ну, в смысле, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот. Значит, буду вам благодарен, соответственно, за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, если вы, конечно, в этом как-то вот, ну, заинтересованы, да? То есть, если вы хотите, вот, действительно хотите над собой работать, то вам вот, поможет как раз таки обратная связь в качестве, так сказать, начального шага. Вот, вам это поможет двигаться и сделать какие-то первые шаги, потому что сейчас вы можете просто, ну, сейчас вы просто не знаете, с чего начать. Но, как бы, я, вот, условно говоря, задавал вам некоторые вопросы, надеюсь, предложил пищу для размышлений вам, опять же, вот. И я очень надеюсь, что это позволит вам какие-то вещи для себя понять, увидеть, зафиксировать, разрешить и реализовать. Вот. У вас ситуация не критичная, я бы сказал, то есть в том смысле, что она, эта ситуация поправима, вот, она, эта ситуация корректируется, вот, от вас нужно только желание над собой работать, вот, грубо говоря, да? Понимаете, надеюсь, что я имею в виду. Вот.
Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.